Сегодня в Ноябрьске открылся традиционный окружной конкурс творческих коллективов «Ямала Полярная звезда». Первые выступления юных артистов прошли сегодня вечером, а в 13 часов в субботу и воскресенье пройдут еще два концерта. К слову, среди участников «Полярной звезды» городской ансамбль эстрадного танца «Модерн». Не так давно средний и старший состав этого коллектива выступал в Санкт-Петербурге на международном фестивале детского и молодежного творчества «Преображение». Успех был очевиден. Домой девушки привезли два первых места за эстрадные танцы и два вторых.